Hello, friends. We continue. Это намного важнее. Это it's намного важнее. Значит, намного будет much. Дословно будет это намного более важно. Значит, более more важно important. It's much more important. Далее, значит, также разберем очень полезные фразы, которые должны мы разобрать для данного уровня. Я извиняюсь. Конечно, можно просто сказать «извиняюсь». Это слово «sorry». «Sorry». Согласная фраза «sorry». Если же мы строим предложение, получается «я извиняюсь». Это будет «I'm sorry». «I'm sorry». Здесь «sorry» в английском языке прилагательное, поэтому используется именно, соответственно, форма глагола «to be» – «I'm sorry». В английском языке есть также глагол «извиняться». Это глагол «apologize», «apologize», но он звучит очень формально. И вот если мы хотим сказать «I apologize», то есть «я извиняюсь», так вот не говорят «I apologize». То есть, если я хочу, я извиняюсь, это I'm sorry. Он обычно используется в контексте, например, я хочу извиниться за это. Вот я хочу извиниться, будет I want to apologize за это. Вот за это for, это it. Получается, I want to apologize for it. Вот так обычно используется, значит, в таком формате глагол apologize. Если просто, я извиняюсь, такая разговорная фраза, это только sorry, I'm sorry. I'm sorry, но никак не apologize. Apologize, опять же, более формально и обычно звучит, значит, в каком-то контексте, как здесь. I'm sorry, I'm sorry. Итак, скажем, мы извиняемся. Мы, we're sorry, we're sorry. Я действительно извиняюсь. Я, I'm действительно извиняюсь. I'm really sorry, I'm really sorry. Мы действительно извиняемся. Мы, we're, действительно извиняемся. We are really sorry. We are really sorry. Возможно, он прав, но я не уверен. Возможно. Maybe, он прав. He's right. Значит, мы с вами говорили, что по умолчанию обычно принято, значит, после maybe не ставить запятую, поэтому мы так и делаем. Maybe he's right. Но я не уверен. Но, but, я не уверен. Я не. I'm not уверен. Sure. Maybe he's right, but I'm not sure. Кто тот мужчина? Кто? Who? Тот мужчина. Ведь глагол нет, нужна связка. Тот мужчина означает he, поэтому is. Получится who is. Тот мужчина. That man. Who is that man? Или кратко можно было спросить who's that man? Who's that man? На самом деле, когда вы произносите who's, это созвучно слово who's. Который. Who's. Который. Who's, который. То здесь, опять же, понимаем из контекста, что есть что. Видите, who's that man? Who's that man? Просто нужно привыкнуть к этому обороту. Who's that? Who's that? То есть, кто тот мужчина? Who's that man? А who's – это который. Например, кто – это женщина. Кто? Who's? Это женщина. This woman. Who's this woman? Это красиво. Это, it's, красиво. И опять же, говорили, что используем прилагательные с формы to be. Получается, это красиво. It's beautiful. It's beautiful. Это так красиво. Это, it's, так красиво. It's so beautiful. It's so beautiful. It's much more important. I'm sorry. I want to apologize for it. We're sorry. I'm really sorry.
We are really sorry. Maybe he's right, but I'm not sure. Who's that man? Who's this woman? It's beautiful. It's so beautiful. Это очень красиво. Это it's очень красиво. Very beautiful. It's very beautiful. Вопрос. Это действительно так эффективно? Это is it действительно really так эффективно? So effective. Is it really so effective? Вопрос. Это кажется действительно эффективным? Это кажется... Does it seem действительно эффективным? Really effective. Does it seem really effective? Мой компьютер не старый. Мой компьютер. My computer. Не старый. Значит, не. Значит, глагол нет. Значит, форма to be. My computer означает it, поэтому isn't старый old. Он новый. Он. Значит, он неодушевлен, это it. Поэтому получается it's новый new. My computer isn't old, it's new. Он мой лучший друг. Он. He's мой лучший друг. My best friend. Значит, мы с вами говорили, когда притяжательное местоимение, то артикль здесь уже не нужен. He's my best friend. Вопрос. Он твой лучший друг? Он. Is he твой лучший друг? Your best friend. Is he your best friend? Урок не короткий. Урок. Значит, конкретный урок. Значит, мы говорим единственное число. Просто так lesson сказать не можем. Ставим the. The lesson не короткий. Значит, если короткий будет is short, если не короткий, isn't short. The lesson isn't short. Он очень длинный. Он. Ведь опять неодушевленное. Значит, неодушевленное он, она, это it. Поэтому получается он, it's очень длинный. It's very long. The lesson isn't short, it's very long. Уроки не короткие. Уроки. The lessons не. Видите, множественное число означает they, поэтому aren't короткие, short. The lessons aren't short. Они очень длинные. Они, the, очень длинные, very long. The lessons aren't short. They're very long. Курс не короткий. Курс. The course не isn't короткий, short. The course isn't short. Он длинный. Он. It's длинный, long, но очень эффективный. Но, but, очень эффективный, very effective. The course isn't short. It's long, but very effective. Я не думаю, она права. Я не думаю. I don't think она права. Она, she's права, right. I don't think she's right. It's very beautiful. Is it really so effective? Does it seem really effective? My computer isn't old. It's new. He's my best friend. Is he your best friend?
The lesson isn't short. It's very long. The lessons aren't short. They're very long. The course isn't short. It's long, but very effective. I don't think she's right. Я думаю, это лучший курс. Я думаю, I think, это, it's, лучший курс. The best course. То есть, лучше что-то, мы говорим the best. Исключение, видите, когда у нас местоимение притяжательное, значит, накладывает ограничение. Помните, my best result, my best friend. I think is the best course. Я не думаю, это лучшая идея. Я не думаю. I don't think. Это, it's, лучшая идея. The best idea. I don't think is the best idea. Это так полезно. Это, it's, так полезно. It's so useful. It's so useful. Это действительно полезно. Это, it's, действительно полезно. It's really useful. It's really useful. Это кажется очень полезно. Это кажется, it seems, очень полезно, very useful. It seems very useful. Вопрос. Он учитель? Он. Is he учитель? A teacher. Is he a teacher? Вопрос. Она врач? Она. Is she врач? A doctor. Is she a doctor? Вопрос. Ты менеджер? Ты. Are you manager? A manager. Are you a manager? Его сын студент. Его сын. His son. Студент. Видите, опять же, глагол нет. His son означает he, поэтому is student a student. His son is a student. И давайте продолжим мысль. Он не работает. Он не работает. He doesn't work. His son is a student. He doesn't work. И, конечно, не оглушайте. His, is. Мы с вами разбирали это в начале курса. Обращайте даже на это внимание. Не забывайте, my friends. His son is a student. He doesn't work. Ее дочь не студентка. Ее дочь. Her. Дочь. Daughter. Не студентка. Не. Isn't. Студентка. A student. Her daughter isn't a student. Она работает. Она работает. She works. Her daughter isn't a student. She works. I think it's the best course. I don't think it's the best idea. It's so useful. It's really useful. It seems very useful. Is he a teacher? Is she a doctor? Are you a manager? His son is a student. He doesn't work. Her daughter isn't a student. She works. У меня есть брат. У меня есть. I have brat. A brother. I have a brother. Ему 15. Ему. His 15. 15. 15. Значит, здесь основное ударение именно на второй слог. 15. 15. I have a brother.
He is 15. У меня есть сестра. У меня есть. I have. Сестра. A sister. Ей 10. Ей. She's 10. 10. I have a sister. She's 10. Мой отец обычно очень занят. Мой отец. My father обычно. Помните, формула подлежащее и сказуемое. Подлежащее и глагол. Но глагола не всегда нет. В этом случае выполняет форма глагола to be. Мой отец обычно is usually очень занят. Very busy. My father is usually very busy. У меня есть бабушка. У меня есть. I have бабушка. A grandmother. I have a grandmother. Ей 80. Ей. She's 80-80. I have a grandmother. She's 80. У меня есть дедушка. У меня есть. I have дедушка. A grandfather. Ему 70. Ему. His 70-70. I have a grandfather. He's 70. Это моя любимая песня. Это it's моя любимая. Вот действительно очень часто встречается слово любимый. Моя любимая. My. Наш любимый будет favorite. Favorite. Значит, соответственно, если британское произношение это с you, если американское произношение, то без you. Favorite. It's my favorite. Песня, song. It's my favorite song. Далее. Это мой любимый канал. Это. It's мой любимый. My favorite. Значит, по умолчанию используем это про описание. It's my favorite канал. Channel. It's my favorite channel. Это мой любимый YouTube канал. Это мой любимый. It's my favorite. It's my favorite YouTube канал. YouTube channel. It's my favorite YouTube channel. Он мой любимый актер. Он. His. Мой любимый. My favorite актер. Actor. He is my favorite actor. Она моя любимая актриса. Она. She's моя любимая. My favorite актриса. Actress. She's my favorite actress. I have a brother. He is 15. I have a sister. She is 10. My father is usually very busy. I have a grandmother. She is 80. I have a grandfather. He is 70. It's my favorite song. It's my favorite channel. It's my favorite YouTube channel. He's my favorite actor. She's my favorite actress. Он мой любимый певец. Он. He's мой любимый. My favorite. Это британский вариант правописания, американский говорили без you. He's my favorite певец. Вот петь это будет sing. Ведь на конце, значит, г не произносится sin, звук г не произносится sin, а певец singer, singer. Это носовой звук, н,
То есть, в принципе, может слышаться как singer, singer, но на самом деле, если посмотреть транскрипцию и правильное произношение, то именно sinner, sinner, sinner. Итак, he is my favorite sinner. Она моя любимая певица. Она, she is моя любимая, my favorite певица, sinner. She is my favorite sinner. Это моя любимая книга. Это, it's моя любимая, my favorite книга, book. It's my favorite book. И давайте потренируем задавать вопросы. Кто твой любимый актер? Кто? Дословно получается кто, так какой? Какой твой любимый актер или кто? Получается who? Видите, опять твой любимый. Значит, это будет your favorite актер, actor. Но мы говорили, что после who, видите, по умолчанию это he или she. As, who is или whose. И здесь, видите, actor, это означает he, поэтому whose. Who's your favorite actor? He, поэтому, соответственно, whose. Кто твоя любимая актриса? Кто? Who's твоя любимая, your favorite актриса, actress. Who's your favorite actress? Опять же, видите, дословно именно, значит, who. Значит, кто? Мы больше привыкли, а так, конечно, значит, какой твой любимый актер? Там, какая твоя любимая актриса? Who's your favorite actress? Например, кто твой любимый писатель? Кто? Кто или какой? Это who. Значит, помню, что who — это кто. И какой это who, когда одушевленный? Когда неодушевленный, это what. Who? Кто? Твой любимый? Давайте фразы. Who's your favorite? Who's your favorite? Очень полезно в разговоре на английском языке. Who's your favorite? Писатель. Writer. Вот write — это писать. Writer — писатель. Получается, who's your favorite writer? Далее спросим. Какой твой любимый канал? Какой? Еще не дошлённое, поэтому what's твой любимый? Your favorite? What's your favorite канал? Channel. What's your favorite channel? Какой твой любимый YouTube канал? Какой? What's твой любимый, your favorite YouTube канал? YouTube channel. What's your favorite YouTube channel? Какая твоя любимая песня? Какая? What's твоя любимая, your favorite песня, song? What's your favorite song? Какая твоя любимая книга? Какая? What's твоя любимая? Your favorite. What's your favorite книга, book? What's your favorite book? He's my favorite singer. She's my favorite singer. It's my favorite book. Who's your favorite actor? Who's your favorite actress? Who's your favorite writer? What's your favorite channel? What's your favorite YouTube channel? What's your favorite song? What's your favorite book? My friends, thank you very much. We continue this very important playlist.